Химках прошла специальная олимпиада Московской области по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие команды из 10 муниципальных образований. В составе сборной Серпухова клуб «Равные возможности» представляли 5 человек. Трое из них поднялись на пьедестал почета. Это Данила Вертипорох, Татьяна Меркулова и Наталья Мишина. Ребята были награждены грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта Московской области.